В 2016 году наш президент учредил новый праздник, праздник очень хороший, называется День благодарности. Почему именно 1 марта? Дело в том, что 1 марта 1995 года была основана Ассамблея народа Казахстана. В нашей стране проживают свыше 120 наций и народностей. Живем мы в мире и дружбе. И вообще считается, что Казахстан может служить примером, вообще идеалом добрососедского, дружелюбного взаимоотношения представителей разных наций, народностей, этносов. И вообще я считаю, что другим странам следует брать с нашей страны пример. Выставка эта служит прежде всего для просвещения подрастающего поколения в духе толерантности, терпимости, будем так говорить, чтобы было укрепление, проявление интереса к культуре, к истории других народов. Кроме того, доброжелательное, чуткое отношение к соседям, к близким, к незнакомым, то есть человек человеку, друг, товарищ и брат. Я не устаю это повторять. Спасибо.